человек ушат. Что значит хитрый? У него нет... хитрый по-настоящему. Он бы сейчас рвал бы на себе вот эту вот тельняшку, или во что он там одет, и говорил бы, я рыдал бы сейчас, и мы все бы ему верили. Нет, я не говорю, что он должен рыдать. Так вот, он бесхитростный, мне так кажется. Он просто такой. Другого наше общество не воспитало. Вот он такой, какой он есть. Владимир, я хочу сказать,